Сегодня я приготовлю оладьи к завтраку. Мне потребуется мука, простокваша, сосиски, цукини, яйца, соль и пищевая сода. Подбиваю яйца в емкость и наливаю простоквашу. Венчиком все взбиваю. Кашу соду в кислой среде. Добавляю соль и немного сахар. Все перемешиваю. В емкость всыпаю муку и тонкой струйкой вливаю подготовленную смесь. Таким образом замешиваю тесто. Тесто откладываем в сторону. Цукини нужно очистить. И нарезаем мелкими кубиками. Отправляю в тесто. Перемешиваем. Точно так же очищаем сардельки и нарезаем кубиками. И отправляем в тесто. Перемешиваем. Нагреваем сковородку и жарим оладьи. Нарезаем шнит-лук и добавляем сметану. Перемешиваем. Наш завтрак готов. Приятного аппетита!